Со всей России в Новочеркасск съехались казачьи атаманы на свой общевойсковой круг. Повод собраться был приятный. Общероссийский праздник – День защитника Отечества. Встаньте те, кто находится в зале, кто принимал и принимает участие в боевых действиях на Донбассе. Вот они действительно занимаются вопросами сегодня каждый день и ночью, защищая Родину, передний рубеж России. Слава вам, хлопцы! Люба! 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 Люба вам! Многие приехали на круг из Донбасса, где в составе казачьей национальной гвардии защищают историческую землю Всевеликого войска Донского. От востока до запада, с юга до севера идет сегодня мощная, сильная, грязная пропаганда против России. А казаки во все века были хребтина России, государства российского. Вот. Поэтому нас с вами так и не любят. Нас уважают, нас боятся, но ненавидят еще страшнее. В президиуме уважаемые атаманы, которые верой и правдой служат делу возрождения казачества. К сожалению, многие на съезд приехать не смогли. Как отметил Николай Иванович, гибнут в боях на Донбассе самые лучшие люди. Минутой молчания участники съезда почтили память погибших казаков. Герой Советского Союза генерал Валерий Бобков приехал из города Чебоксары, привез в подарок от митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы икону. Николай Иванович пообещал передать икону в строящийся казачий храм. В честь праздника самые смелые казачьи офицеры получили из рук атамана именные шашки. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо вам. За службу, за ту действительно мужскую дружбу, за то, что прорвали коридор. Это потому, что у меня учитель такой. Среди награжденных был и сын Николая Козицына. Я не стесняюсь, мой сын офицер российской армии, преподает в академии. Все эти месяцы с гражданским управлением, со всеми работал над вопросом обеспечения тыла наших казаков. Ну и сегодня у него день рождения 35 лет. Недавно учрежденную медаль за освобождение Донбасса, за храбрость и отвагу атаман вручил самым мужественным людям, кто вступал в неравный бой с силами украинской армии, кто освобождал села и города, кто снабжал бойцов казачьей гвардии продуктами питания, собирал гуманитарную помощь, поставлял оружие. Полтора часа Николаевич Козицын простоял на ногах, однако многие заметили, что атаман прихрамывает. Когда прошло сообщение, что наш атаман ранен, куча, огромное количество звонков я получил. И пока я не объяснил, в чем дело, просьба, поберите нашего атамана. Ибо, как говорил Иосиф Сталин, кадры решают все, а руководитель – это честь имею. После завершения круга Николай Иванович Козицын ответил на вопросы телекомпании «Несвятая». Речь, конечно же, шла о войне на Донбассе. Этот конфликт, который сейчас происходит на Донбассе, чем, на ваш взгляд, он отличается от всех тех, в которых вам приходилось принимать участие? Те конфликты, которые были после развала Советского Союза, они были намного сдержаннее и не такие жестокие, как этот. Тогда люди, так сказать, вышли после развала единого государства, еще жили по тем законам, были законы, как сказать, вот, была как-то человечность, это самое такое. А здесь мы столкнулись с такой проблемой, жестокость, насилие над человеком, вот, убийства изощренные такие, скотство полнейшее, понимаете или нет? Поэтому, я вам скажу, грязная война. На наш взгляд, роль и участие вот именно Национальной казачьей гвардии, она замалчивается в какой-то степени. Вот скажите, нам обидно, почему это происходит, на ваш взгляд? Боятся того, что в казаках проснется до конца самосознание, кто мы, почему на этих землях издревле, даже на картах Ватикана написаны территории, казаки, допустим, Селика войско Донское, область войска Донского. Но даже до нас было сотни лет, понимаете? Вот. А на сегодняшний день такая категория людей, допустим, пользуются этими землями, вот как Донбассом, Западная Украина, поляки, венгры, румыны и тому подобное. Кладовой, так сказать, уголь добывался, золото, там газ добывался. Вот. И это старались умалчивать, типа не буди лихо, пока на тихо, понимаете, нет? Вот.
Ну, мы как-то не переживаем, мы делаем свое дело, я думаю, делаем мы свое делаем хорошо, мы защищаем родину, мы защищаем своих близких. Нам есть что защищать, и есть показать, что люди в 21 веке, будьте умнее, потому что та беда, которую вы несете, она может вернуться к вам в дом. Ваш взгляд на Минские соглашения, какова их перспектива? Вы знаете, тут однозначно сказать нельзя, потому что за всеми этими делами кроется большая-большая политика. Россия – огромная территория, но право голоса в разных этих самых политических организациях мы имеем один. Ну, что там этой Германии, что там этой Франции, понимаете, как у нас Кривянка там или Заплавская. А право они голоса имеют на основании международного права как голос, понимаете, нет? Может быть, их там намного меньше, чем это нас, но они имеют право голоса. И вот эти вот игры политические, да, потом они переходят в экономические, всевозможные. Мы понимаем это прекрасно, мы даем и будем давать поддержку Путину. Никаких майданов здесь в России не будет. Родину надо защищать. Вот. А родина у нас большая Россия, а мы дети России. России нет без нас, а нас нет без России. Так что быть добру и храни всех Господь.